Значит, у меня аденома простаты где-то порядка 20 лет. Когда это уже случилось, решил, что сделать эту операцию, у меня тоже не было никаких сомнений о том, что нужно сюда. В Хадасе я был, потому что у меня была лимфома. Везде были какие-то условия, длинные сроки. Сюда мы приехали, и, в принципе, в общем, через несколько дней после того, как здесь провели определенные анализы, нас приняли, и мы, можно сказать, успели. Я полностью вылечился. Боли не было ни во время операции, ни после операции, ни во время вот этого всего лечения. Врачи соответствуют. Это я убедился на одном лечащем враче, который, значит, и на втором, который, в принципе, значит, ну, меня вылечили, можно сказать. И поэтому только завидовать, что есть такая клиника, значит, в Москве, куда можно безбоязненно обратиться за качественным лечением.